Профориентационное занятие под названием «Выбираю» провели для учеников первого лицея Южно-Сахалинска. Сотрудники Центра работы России показали школьникам мотивационный ролик и познакомились с профессиями. Встречу провели в игровом формате. Основной упор сделали на ребятах, которые еще не определились с выбором. Одноклассники и специалисты вместе помогали подобрать им подходящую профессию, основываясь на личных качествах, увлечениях и способностях ребенка. Вообще урок был очень интересным. Я открыла для себя, так сказать, более интересную форму обучения, потому что с нами очень интересно играли, и я смогла узнать, как, допустим, мои одноклассники видят наших других одноклассников, как можно контактировать со своими одноклассниками и как можно разрядить, можно так сказать, обстановку в классе. Подобные встречи проводят в лицее регулярно, начиная с 6 класса. Таким образом, дети смогут выбрать профиль уклона занятий в дальнейшем. Всего их здесь 3. Это физико-математический, информационный и химико-биологический. У нас вообще занятия по профориентации проводятся еженедельно. То есть каждую неделю мы приглашаем каких-то специалистов, ну вот по нашим 3 направлениям, которые помогут определиться и утвердиться в том направлении, которое они выбрали. Определиться с будущей профессией школьникам помогают не только в учебном заведении. Любой желающий может обратиться в Центр работы России и получить индивидуальную консультацию. Ну, то, что IT-сфера у нас занимает лидирующую позицию, это, конечно, неотъемлемый факт. И ребята действительно сейчас это слышат, видят, в том числе и в СМИ, и прислушиваются, и, конечно же, эту сферу выбирают. Торговля очень такую позицию стойкую, строительство. Подобные выезды в образовательные учреждения проходят каждый месяц. Профориентационную работу проводят во всех районах Сахалинской области.